Добрый день всем. Я тут... Видео у меня выходят с определенной регулярностью, которую мы с моей дочерью решили. Вот. Всем привет. Всем привет. А я 2 недели валяю дурака. Что-то так прихворнулась. Потом заленилась. Ой, а все равно хочется что-то поделать. Порукоделить. Поздоровайся. Ты ж пришла зачем? Вон там даже аппарат мой лежит. Контроля давления. Иногда к нам приходит давление в гости. То низкое, то высокое. Наверное, мои ровесники с этим уже хорошо знакомы. Да ну, я с телефоном разговариваю, да? Она-то с тобой, конечно, моя дорогая. Но все равно хочется порукоделить. И я сейчас уже придумала, запланировала, что я буду делать. Установлю камеру, чтобы это было видно. Будем вместе рукоделить. Ну все, я нарезала, отутюжила заготовочки. И буду по очереди каждую показывать, как я собираю. Что-то мне то хочется, не знаю, что собрать. Будем сейчас придумывать все вместе. Самое главное, чтобы основа была, на которую буду я выкладывать свои работы. Сейчас, милая моя, сейчас. Я знаю, что ты, как только я за телефон, хочешь поздороваться. Прошу прощения за отступление. Должно быть либо ветхая, либо рыхлая, в общем-то мягкая и хорошо проходимая иглой. Потому как здесь будет слой всего-всего накладываться. Ну, конечно, она даже на стула запрыгнула, чтобы со всеми поздороваться, понимаете? Ну, уже поздоровайся, посмотри на людей. Посмотри уже на людей. Неудобно. Должно быть мягко проходимо, потому как будет еще слой, потом будет выкладываться сам рисунок, потом, возможно, сетка фатин, органза обязательно, как я люблю. Все, поехали. Так, я показываю. Так будет лучше освещение. Значит, я... Что мне очень хочется сделать? Мне хочется утилизировать свои залежи килограммовые, 10-килограммовые шерсти. Поэтому я хочу такую пухлую сделать пиццу. Продержу интригу, насколько смогу. Покажу, для чего. Мы уже эти изделия делали, но хочется все равно какое-то разнообразие повторить. Поэтому повторить, сделать. Поэтому это все будет накрываться, шерсть просто для, ну, вместо синтепона, скажем так, я хочу ее использовать. Но синтепон, он ровно ложится, да, если ровный кусок. А шерсть я разложила при строчке, она будет, конечно, давать такой своеобразный разный объем, потому что разная толщина. Но здесь еще будут накладываться сейчас кусочки ткани, пицца. Поэтому непредсказуемая будет, скажем так, фактура. И... Посмотрим, как выложится. Я даже не знаю, что я сейчас, какой я рисунок буду делать. Поэтому продолжаем вместе. Так, я разложила слоями, полосками мусор, который я умудрилась не выкинуть каким-то чудом. Сейчас я все это пытаюсь на ощупь понять, чтобы все-таки было достаточно равномерно, а не большими такими шишками. И сейчас уже я начну выкладывать рисунок потихоньку. Теперь моя задача выложить большие куски, чтобы это, ну, вот видите, чтобы как бы мелкие куски среди больших держались поплотнее. И вот я думаю, может быть, мне органзу наружу достать, куски органзы, она очень красиво. Да, сейчас я так и сделаю. Так, ну вот фон я как бы нарисовала. Как бы нарисовала, как бы выложила. Низ, вверх. Сейчас я буду делать... Какие-то фантазии. Пока еще я не понимаю на самом деле, что я делаю. Но делаю такой природный рисунок, природный какой-то пейзаж. Мне очень нравятся натуральные цвета, которые присутствуют в природе, когда смотришь вдаль, во время поездки какой-то. Поэтому в моем таком творчестве присутствуют именно... Всякие пейзажи, картинки натуральные. Так, сейчас я следующий слой положу и покажу. Ну вот, основная картинка готова. Мне осталось решить, куда я положу фатин, какого цвета. Ну и органзу подобрать. Сейчас я покажу последние штрихи и пойду на стежку. Так, чтобы не загораживать свет, значит, показываю. Здесь на стыке я выложила полоски зеленой органзы. Вот я как бы показываю. Вот она, полосочки. А на центральном рисунке я положила разного цвета
Ганзу, значит, это бордовая такая, буряковая. Это морковная, оранжевая такая с розовинкой. А это коричневая. Ну, это как-то ее не особенно видно, но видите, если сложить в два. И она очень хорошо дает интересный оттенок. Просто квадратики. Во-первых, стыки прикроет, потому что еще ляжет органза. И у меня есть вот такая красивая органза. Вот я думаю, что зеленая здесь очень даже подойдет. Очень даже подойдет. Ну все. Сейчас я равняю по размеру этот кусочек органзы, чтобы не израсходовать лишнее, и чтобы красиво легли запасы. Скалываю, иду на стежку. Слегка проутюживаю. Покажу, как это будет выглядеть после скалывания. И иду стегать. Сколола все. Надеюсь, что достаточно равномерно все разложила. Сейчас приутюжу, чтобы все-таки было легче мне стежку прокладывать. Ну все, можно идти на стежку. Все крепенько так сколото. Крепенько, красивенько. Кое-что, смотри, нужно поправить, покуда я гладила. Съехала. Ну, сейчас поправлю. Очень красиво, я очень довольна. Но, к сожалению, конечно, все это потом немного уменьшится, но основная мысль останется. У меня какая-то мания делать почти в два раза больше проект, чем он потом будет на самом деле. Все, я иду на стежку. Намудрила я тут что-то с освещением, но надеюсь, будет хорошо видно. Надеюсь, будет видно хорошо. Ну все, поехали. Как всегда, начинаем стежку со средины. Очень внимательно смотрим, чтобы не попались иголочки под лапочку, потому как иголочки это обычные булавки. И не совсем они предназначены, конечно, для стежки. Поэтому нужно быть очень-очень аккуратным. Что я еще хочу сказать? Я поставила основной цвет стежки, я поставила бирюзовый, так как по цветовой гамме я считаю, что подходит для стежки именно этот цвет. Но потом я буду оформлять уже саму идею рисунка. Я буду оформлять, загораживаю пальцами, нет, но очень толстый слой у меня. И вначале будет достаточно туго идти, поэтому не забываем доставать иголочки. И основные лоскутки я сейчас обойду бирюзовым цветом. Полет проходит нормально. Так, моя главная задача сейчас пройти все рядочки так, чтобы достать все иголочки, и потом смело расхаживать уже машиночкой. Так, здесь у меня плохо разъехалось, некрасиво. Я хочу поправить. И если вам в окошко слышны какие-то крики и вопли, то знайте, у нас здесь есть пивбар. И сегодня первый раз за все время в нем проходит свадьба. Только начала делать и уже разъехалась. Поэтому, видите, нужно срочно... Ух ты! Поэтому нужно срочно закрепить все слои, пока они не разъехались у меня. Сейчас уже позднее время, поэтому я смотрю, гулянка, видимо, подошла к своему логическому моменту, когда уже гости начинают друг друга спрашивать, насколько глубоко они друг друга любят и насколько сильно они друг друга уважают. Поэтому, ну, там могут быть крики. Так, ну смотрите, конечно, будет красивая стежка, если все получится, очень такая фактурная. Сейчас я поставлю уже запись на быструю, чтобы кто захотите, поставите потом на замедление. Но я, чтобы не растягивать на кучу серий, поставлю на скорую съемку. You're breaking down my walls again, just to say.
Staying up when I go out. You gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away. Обложка гигант, амбарный размер тетради. Я сейчас покажу для сравнения. Закончила. Внутри я поставила вот такой шикарный шелк. Темно-зеленая атласная лента, закладочка. И вот, собственно, видите, внутри и снаружи. Вот такая красота. Как всегда у меня с символикой. Процветание. И чтобы жилье было. И любовь чтобы была. Деньги чтобы были. Тому, кто купит эту тетрадку, я расскажу подробно. Символические места этой тетради. Ну и так, чтобы понимать, для сравнения, чтобы она вместилась. Вот, видите, то есть как будто две тетради. Это из предыдущих моих проектов. Даже, видите, не помещается она у меня. Все, всех целую, обнимаю. Спасибо, что заходите ко мне на канал, подписывайтесь, ставите лайки, пишите комментарии. Всех целую, обнимаю.